Всем привет, с вами Темный Ниндзя и заметки Apache Mira 4. Так, наши сервера ушли с вами на техобслуживание. Давайте посмотрим, что нас ожидает после того, как сервера включатся. Так, новый рейд босс Небесный Царь Нефариоксов, улучшенная информация о пользователе, события испытания легендарного магического камня, ну понятно, как всегда, наш за темную сталь, и новое средство передвижения Сиамская Кошка. Ну и поподробнее. Босс. Уровень босса 180, мощность для входа 159 тысяч. Все, сейчас пойдем и затащим боссика. Так, окно с информацией о пользователе будет меняться вместе с добавлением внутриигрового контента. В информацию о пользователе добавлены вкладки снаряжения и обучения. Я так понимаю, теперь мы сможем смотреть на других и видеть все, что у них есть. Ну, с одной стороны, это интересно, можно более тщательно изучить каких-нибудь топов и посмотреть, что они одевают, как они, что они в первую очередь точат, например, или там еще что-то делают, да? Вот, всякие разные информации, события, ну, как я и предполагал, темная сталь, кошечка, да, кошечка прикольная, я думаю, эту кошечку сиамскую тоже будут скупать, разрабы поняли, на чем можно делать хорошие деньги. Так, в магазине, ну, легендарного духа, я так понимаю, поменяют. Ну, либо их будет двое, но вряд ли, скорее всего, поменяют. Того предыдущего уберут, а этого поставят. Вот эта надпись мне нравится. Сияющий сетра обязательно будет получена в призыве легендарного духа. А сколько надо задонатить для этого? Не сказано. Всего лишь-то на 1000 призывов. Так, исправленная внутриигровая исправленная ошибка при просмотре своей информации в списке членов клана отображалась. Окно профиля, как информация о другом пользователе, ну, не знаю, не встречал такого. Скорректирована частота выпадения предметов портрета волшебной площади в безымянном пике. Исправлена ошибка, из-за которой определенные квесты обрабатывались ненормально. И исправлены некоторые опечатки. Такая вот маленькая обновочка. Надеюсь, информация кому-то будет полезна. Ссылку на пост, как всегда, оставлю в описании. До новых встреч и...